В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Мы сегодня работали следующими инструментами. Первый инструмент — это у нас вот такие вот ножницы радиусные. Второй инструмент у нас ножницы, но уже подрезные, то есть у них здесь насечка на лезвии. Следующий инструмент у нас роликовый листогиб. Вот так он выглядит. Глубина захвата у него вот это вот 200 миллиметров. Там у нас клещи прямые, кровельные, фирмы Тапка. Вот так они выглядят, они разные фирмы, но мы работали сегодня этой фирмой. Ну и клещи кровельные, конвертные, на конвертах. Вот, вот так-то они выглядят. Вот этим инструментом мы сегодня работали. Весь инструмент в один клик можно заказать на сайте altes-td.ru. Так. Продолжаем наши занятия. Будем поднимать сейчас наши кромки. 20 миллиметров с правой стороны, полностью 50, с левой стороны полностью 50 кромка, ну и 20 стороны, 20 миллиметров так же, как здесь сверху. То же самое нам надо сделать снизу. Наш инструмент — это роликовый листогиб. Вот так вот он выглядит. Вот. Сделаем сейчас раствор. Раствор у него 20, ну хорошо, мы сейчас 20 поднимем вот эту кромку. Дымем вот эту кромку чуть-чуть. Наметим ее. Так, как она у нас? Правильно? Наметили. Сейчас еще можно чуть-чуть. Так, и сейчас. Так, здесь по бокам еще пробовать. Камбака. Так, здесь. Так, ну все, теперь мы берем 50. Так, сейчас где у нас? Вот здесь у нас будет 50. Берем раствор 50,
на роликовом листогибе. Так вот, 50, накрачиваем барашка. Так, и все нормально у нас теперь. 50. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли, а я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «Фальц. Онлайн обучение кровельщиков по металлу» будет проводиться смешанно, то есть. В начале установочные занятия, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но, уже онлайн, по тарифу оптимальные, 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков на начальном этапе – это революционный прорыв. Это полноценное, систематическое, полное, завершенное качественное обучение, совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Санкт-Петербург ему выдает премию в сумме 200 тысяч рублей. Второе место, если часть колледжа, можно заработать денег при желании. Так, раз, станция, да, ну что вам, отвечали, вроде бы неплохо. Давайте нам представим. Теперь пройдемте. Есть вопросы? А что, он не поставил оценку, да? Всем здравствуйте. Здравствуйте. Я Владимир Иванович, я мастер производства обучения по кровельным заводам. Гнется, как хочется. Так.
сейчас. Так, пробуем встать. Надо еще вот эту кромку отогнуть 20 миллиметров. Так.